Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И в этом видео я вам расскажу, как продлить места в благотворительном марафоне «Всем миром». Прошло уже почти 3 месяца, как запустили благотворительный марафон. У меня активно 3 места. Получила я 2734 доллара, а заплатила я 105 долларов. То есть купила 3 места по 35 долларов. Это 105 долларов. Вот основное место получено 1870 долларов, за второе место 478, третье место 386. Осталось 5 дней, я сейчас буду продлевать. Вот стоит, можно поставить галочки и продлить выбранные места. Продлятся они у меня вот от того срока, от 28.11, еще на 3 месяца. То есть 3 месяца пройдет через 5 дней и еще на 3 месяца. Продлеваем выбранные места. Продлевать я буду с кошелька Advance Cash, того к оплате 105 долларов. Хорошо, что без комиссии Advance Cash. Нажимаем Advance. Все, платеж успешно осуществлен. Все закрываем. Обновляем страничку. Пишу видео на следующий день. Нажимаем управление местами. Вот продлились еще на 90 дней. И до 28 мая у меня активно 3 места. А тем временем прошла ночь. И очень-очень много переводиков пришло за эту ночь. Почта просто кишит оповещениями о том, что мне поступили денежки. Вот смотрите. 12.05, в 9.57, в 9.56. Вчера, 22 февраля, тоже очень много. Вот, смотрите. Вот, вот. Вот, 3, 3, 3, 2, 2, 2 и так далее. Так что, оплатив всего за одно место 35, вы можете очень-очень 3, в 5, в 10 раз увеличить свой доход. Ну, конечно же, лучше не ждать переливов, а быть активными, как я. Ссылочку на марафон я оставлю под этим видео. Наша команда самая лидерская, и от меня вы будете получать переливы, потому что они направляются также и моим рефералам. Всем пока!